тот слушает слова Божии. Об этом и другом вы можете услышать на волнах христианского интеррадио. Вашему вниманию программа «Свеча», у микрофона ведущий Роман Пальников. Роман, приветствуем и внимательно слушаем. Добрый день, Сакраменто, добрый день всем, кто нас сегодня слушает, кто нас сегодня смотрит в прямом эфире. Приглашаем вас на эту радиопередачу и желаем вам духовных благословений, желаем, чтобы вы получили духовное назидание при разборе тех тем, которые мы сегодня будем поднимать. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за время, за благодать, благодарим Тебя за хорошие духовные и физические, материальные условия, которыми Ты окружаешь нас, для того, чтобы мы намного больше сегодня уделили внимание своему сердцу и пути, по которому мы движемся в вечность. Благослови эту передачу и всех, кто в ней будет участвовать. А Тебе пусть будет за все слава. Аминь. Итак, дорогие друзья, сегодня вместе с вами хотелось порассуждать на один духовный вопрос, который бы я назвал так: духовный контакт. Духовный контакт. Наверное, уже многие из вас догадались, что это такое, потому что мы часто это практикуем в нашей духовной жизни. И, конечно, то, о чем мы здесь говорим, не является какой-то абсолютной новостью или чем-то таким неизвестным. Очень часто мы поднимаем темы, которые уже далеко и давно известны. Но это делаем для того, чтобы освежить в памяти, чтобы еще как-то пересортировать те знания, которые у нас есть, и выделить то, что остается все-таки в согласии со Священным Писанием. Итак, с Божьей помощью мы сегодня постараемся разобрать этот важный вопрос – духовный контакт. А можете звонить нам по телефону во время эфира по номеру 429-7635, 429-7635, эрико 916. И после эфира по телефону 916-601-1244. Итак, что же такое духовный контакт? Ну, в земной жизни мы понимаем, что такое контакт. Это непрерывная связь, это соединение, это сцепление. Это то, что позволяет то ли воде, то ли электричеству, то ли другому какому-то веществу протекать непосредственно из одной точки в другую точку, из одной, скажем, стороны или в другую сторону. Мы знаем, электрический ток вот движется, да, согласно нашего понимания физики, он течет. Есть ток переменный, есть ток постоянный, но мы определимся тем, что электричество течет вот по проводам, или там бензин течет, или молоко течет, или в квартире у нас вода течет. То есть существует контакт, который соединяет источник и доносит вот то непосредственное вещество, о котором мы говорим, электричество, воду или что-то другое, доносит до потребителя, доносит, скажем, в кухню, до вашего крана. Открываете кран, потекла вода. Почему? Потому что существует целая связь вот всевозможных труб, трубочек, поворотов, там, кранов, клапанов и так далее. Но существует непрерывная связь. Поэтому есть какая-то станция, какая-то база, какая-то насосная там система, которая создает давление и воду подает по непрерывной связи непосредственно в ваш дом. Так вот, духовный контакт работает таким же самым образом. Есть источник и есть потребитель. То есть есть мы, которые нуждаемся то ли в силе, то ли в помощи, то ли в благодати, то ли еще в каких-то духовных проявлениях. И для того, чтобы они заработали, необходим непрерывный духовный контакт. Как это происходит? Много моментов есть в Писании, которые поясняют или раскрывают вот значение и принципиальную важность этого момента. Вот, например, книга Чисел 21.9, очень известное место, которое говорит нам о том, что Господь послал змей на израильский народ за неверие, за грехи, за то, что они бунтовали против Бога. Но все-таки при этом наказании Господь дал им выход. Если кто, давайте прочитаем, сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, то есть на шест. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. То есть вот, как уже известна ситуация была, змеи жалили народ израильский, но при всем таком, скажем, катастрофическом положении и состоянии, у них был выход, у них была возможность остаться в живых. То есть Моисей сделал медного змея, и человек должен был посмотреть именно на него. То есть посмотреть, вот и создавался такой зрительный контакт, создавалась такая непосредственная связь между человеком и между медным змеем. Конечно, тогда они еще не знали, что все это носит
образный характер, и Господь в свое время будет говорить, что как змей был вознесен, так и я буду вознесен. Вот медный змей указывает на наказание, или там бронзовый указывает на гнев Божий. Тем более он был сделан как образ мертвый, ненастоящий. То есть там очень много духовного смысла в этом. Но на тот момент, когда человек смотрел, все, что ему нужно было сделать, это создать зрительный контакт. И что происходило? Происходило чудо. Человек оставался жив. Каким-то образом яд переставал действовать, каким-то чудным, сверхъестественным образом человек оставался жив. Таким образом мы видим очень наглядный пример духовного контакта. Так-то, как это работает. В наше время или в новозаветнее время тоже существует много примеров, но за неимением времени мы обратим внимание только на несколько. Евреям 12 глава, 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест». И так далее. Вот здесь стоит тоже слово «взирая на начальника и совершителя веры». Взирая. Взирая – это смотреть. Взирая – непрерывный взгляд. Не просто взглянуть, не просто бросить вот такой взгляд кратковременный, а взирая. То есть говорится о постоянном, зафиксированном взгляде на определенной точке или на определенной истине, на определенном предмете. Взирая на начальника и совершителя веры. Понятно, что сегодня мы не видим Иисуса Христа в физическом его образе, в физическом теле, но мы имеем дело с духовным Иисусом Христом. Господь говорит, я с вами, Бог есть Дух, я постоянно с вами, и мы в нем. То есть много таких слов, которые Писание нам говорит о том, что мы имеем тесную связь, но тесная связь духовная, а вот как это произвести в практической жизни, вот здесь написано, что мы должны смотреть. То есть Бог везде, но смотреть на Него нужно. Вот в этом-то и заключается фокус этого зрения, что мы можем смотреть абстрактно, мы можем смотреть... Ну, знаете, вот как когда мы смотрим на любые вещи, да, просто так, в общем, мы не замечаем деталей, мы не видим каких-то оттенков, каких-то цветов, а в общем посмотрели, 2-3 человека смотрят на одну и ту же вещь и видят разные оттенки или разные грани одного и того же предмета. Почему? Потому что один более обращает внимание, а другой не обращает внимания. Один так вот пристально смотрит, другой смотрит в общем. Вот от этого зависит, насколько мы будем создавать контакт. Итак, мы читаем, что взирая или смотря, смотреть нужно. Значит, и здесь говорится на начальника и совершителя веры. То есть взгляд и вера, как бы они переплетаются между собой. Поэтому вера всегда имеет дело с определенным ясным предметом. Если для человека предмет какой-то размытый, он на него и смотреть не сможет. Ну, в облака смотреть, ну, в небо смотреть, ну, куда-то еще смотреть, в воду смотреть. Да, мы понимаем, что вода это что-то особенное, но можно смотреть так вот, ни краев, ни границ, что-то абстрактное. Поэтому иногда есть верующие, которые говорят, мы имеем веру. Они имеют общую веру, но есть люди, которые имеют конкретную веру. Они смотрят на конкретный предмет, который вырисовывает им Писание. То есть четко очерченный предмет. Взирая на начальника и совершителя веры. То есть, другими словами, смотря на Иисуса Христа, который совершает веру. Совершает веру. Смотреть на Христа, который совершает веру. Мы видим здесь, что необходимо знать Христа, кто он такой. То есть знание должно быть. Или же это называется духовным видением. Взирать тоже смотреть не физическими глазами. Взирать внутренними глазами, глазами своей души или же глазами веры. Вот то, во что мы верим, на то мы и смотрим. Как можно достичь этого духовного контакта? Ну, естественно, через веру. Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 17-18 стихи поясняют эту истину. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». То есть речь идет о наших страданиях, но в этих страданиях что-то происходит удивительное. А что именно? «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Итак, смотреть необходимо на невидимое. Значит, вера имеет дело с конкретным предметом. И если я говорю, что я имею веру, значит, я что-то вижу. Я должен видеть. Апостол Павел говорит, что мы должны смотреть на невидимое. То есть, понятно, не на материальное, не на физическое, а на духовное. Духовные вещи уже существуют.
Они уже есть. И когда мы еще читаем книгу «Бытие», Господь сказал, в седьмой день Он отдыхал и сказал, это день покоя, это суббота. Почему? Потому что все дела совершились. Христос, когда пришел на землю, на кресте умирал, Он сказал, тоже совершилось. То есть дела уже совершены. Уже говоря о нашем новозаветнем времени, Господь все устроил, все сделал, все дела есть. Осталось нам только о них узнать и на них смотреть. Вот в этом и заключается духовный контакт. Когда мы понимаем, что сделал Господь, когда мы понимаем Его волю, понимаем Его цель, понимаем Его желание, понимаем Его действие, которое Он совершил, понимаем, то есть мы видим, мы знаем, что это такое. И когда мы видим, тогда мы можем смотреть, мы имеем конкретный предмет, на который мы можем смотреть. Даже в разговоре люди говорят, между собой говорят, разговаривают, что-то решают, говорят, неужели ты не видишь? То есть речь идет не о физическом зрении, не о глазном восприятии, а о умственном, духовном восприятии. Я понимаю смысл, я вижу суть, я понял значение того или другого слова или там мысли, которую человек выражает. Итак, когда речь идет о зрении, речь идет о духовном понимании. Когда апостол Павел говорит «смотреть на невидимое», это смотреть на духовные вещи, который Бог уже совершил, предметы, которые уже существуют, которые Он пришел, сделал, и они незыблемо вот, находятся и пребывают в духовном мире. Смотреть на невидимом, то есть пользоваться верой. Вера – это, если можно так сравнить, веру, она очень похожа на хождение по канату. Хождение по канату. Человек, ходящий по канату, никогда не смотрит вниз и никогда не смотрит по сторонам. Он всегда смотрит на конец каната. Вот куда он идет, туда он и смотрит. И он старается в этот момент, когда вот он идет, там балансирует или как-то он себя держит в равновесии, он старается думать только об одном, как бы ему не оступиться, как бы ему не сделать лишнего движения. То есть его сознание сфокусировано на конце каната, это раз. Далее он следит за мыслями, чтобы не сделать лишнего движения, неосторожного движения. То есть он настолько, он находится в напряжении, но в правильном. То есть ему нужно наступить на канат. Здесь не сложно, здесь не нужна, как говорится, высокая наука или высокая техника. Вот канат впереди себя. Здесь играет важную роль чувства. Они могут перебивать человека опасно, высоко, сложно, не дойдешь. Он старается об этом не думать. Он старается думать только об одном. Смотрит в одну точку, конечный результат, и делает шаг за шагом, отметая в сторону все ненужные мысли. Я думаю, это очень хороший пример для человека, который пользуется верой. Потому что вера имеет дело уже с существующим. Не существующим, а существующим. То есть существующий человек должен знать, что уже существует, что уже Бог сделал. Ну, например, когда речь идет о прощении грехов, человек должен знать, что Христос пришел на землю, что Христос умер за грехи всего мира, включая и каждого из нас. То есть наши грехи, в принципе, уже смыты, прощены. Написано, что Христос нас примирил с Богом. То есть вот это то, что сделал Христос. Примирил. Теперь, для того, чтобы мне примириться, я должен на это смотреть. Смотреть, значит, признать. Смотреть, значит, считать себя примиренным. Да, мы сегодня еще идем по канату, жизнь еще не закончилась, но мы должны смотреть на конечный результат. Если так сказал Бог, если так сделал Христос, то моя задача сегодня так думать. Вот моя задача сегодня смотреть на эту истину и двигаться к ней. Стараться или переживать о том, чтобы мне не засомневаться, переживать о том, чтобы не пойти на поводу каких-то чувств. Чувства разные будут, и положительные, и отрицательные, которые будут пытаться меня, может быть, где-то поддержать, а где-то избить с толку. Может быть, и назад вернуться, может быть, вообще не идти по канату, а сидеть вот на своем берегу. Итак, вера имеет дело с невидимым, но с реальным. И когда речь идет о вере, речь идет о духовном зрении. Человек видит, он понимает, он знает, он представляет, и он считает себя. То, что считает себя таким, каким сделал его Господь. Если Бог простил, человек считает себя прощенным. Вот в этом и есть суть веры, что человек должен согласиться и признать себя тем, кем называет его Господь. Да, мы движемся, да, мы, может быть, над пропастью идем, и это все так идут. Так работает вера.
Авраам, в свою очередь, тоже шел по канату веры. Он был стар, жена была стара, детей никогда не имела, и все закончилось и прекратилось. Тем не менее, Господь ставит ему цель. Будет сын, будет народ, будут народы, будет много детей, как песок, как звезды, не посчитать. И вот этот образ он видел. Если Бог так сказал, я буду на это смотреть. Я буду себя считать отцом многих народов. Вот секрет веры, который для нас, верующих, в принципе, открыт. Итак, для того, чтобы вера вот сработала от начала до конца, необходимо установить контакт. Контакт – это духовное знание Божьей цели. Что Бог дает мне? Вот Его воля. Как мы уже затронули вопрос прощения. Или вопрос освобождения от греха. Или вопрос какого-то избавления, вопрос просветления, вопрос изменения характера, вопрос освобождения от плоти, вопрос смерти для греха, вопрос решения запинающего греха, вопрос решения ненависти, злости, непрощения, многих-многих моментов. Вопросов очень много, которые нужно решать. Но как их решать? И вот каждый вопрос кажется сверхсложным. Но Господь-то его уже решил, Господь-то предлагает уже решение этого вопроса, ответ уже есть, разрешение проблемы есть. Ее нужно увидеть, как Христос ее решил. Если я этого не вижу, я иду в никуда. Мои движения, мои старания, может быть, они и выматывают меня, я думаю, ну раз я стараюсь, наверное, двигаюсь к цели. Скорее всего, нет. Если я не вижу, что сделал для меня Господь, я двигаюсь в никуда. Просто в никуда. Я трачу свои силы. Господь хочет, чтобы мы пользовались верой. Вера начинается с духовного контакта, когда я вижу, когда я зафиксировал свой взгляд, зафиксировал свои мысли. Я внутри поставил решение, знаете, как стрелочник, который переводит, переключает рельсы, чтобы поезд пошел в одну или в другую сторону. Вот я как стрелочник своей жизни. Я решил, почему? Так хочет Господь. И моя жизнь будет ехать по новым рельсам, к новой цели, к тому, что Господь уже совершил для меня. Но, когда человек начинает, начало может быть правильным. Откровение получил, знание имеет, представление имеет, и начинает считать, что он уже такой. Но дело еще вот в чем, еще одна переменная есть. Мы живем во времени, нужно времени. Как человек, идущий по канату, у него есть время, и с каждым шагом он сокращает дистанцию между желаемого и действительностью. То есть желаемый – это он имеет веру, он имеет правильное представление, но он должен еще двигаться, вот идти с этой верой. Где-то качает, где-то дует, где-то страшно, где-то штормит. Человек движется к цели. Написано, вера будет испытана. Поэтому переживать об этом не нужно. И как апостол Петр пишет, что вы можете это считать как приключение странное, но это не странно, это вполне естественное явление, когда вера подвергается испытаниям. Теперь обратим внимание еще на несколько сторон, которые могут вот рядом присутствовать там, где есть вера и где есть Господь, или же есть отсутствие веры. Марка 6:56. «И куда он ни приходил, в селение ли, в города, в деревни, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Значит, Господь, когда ходил, люди хотели прикоснуться. Женщина, которая хотела исцелиться, она говорила, когда коснусь одежды его, буду здорова. То есть она видела этот момент, она видела образ здорового человека. Она считала себя здоровой, и она двигалась. Вот 10 шагов, вот 5 шагов, вот один шаг. Вот эта секунда, которая разделяет меня от совершения того, что я верю. Прикасается, исцеление происходит. Так происходит духовная работа, духовное действие. Христос сегодня не утратил свою силу освобождать, изменять жизни, изменять души, восстанавливать, лечить сердца, лечить семьи, восстанавливать людей и так далее. Сегодня очень много людей с разбитыми судьбами, с разбитыми сердцами, которые нуждаются в исцелении. И для этого Господь говорит, я пришел лечить, пришел избавлять, пришел спасать тех, кто уже на краю, кто уже находится на дне.
Итак, сила Господа не истощилась. Что нужно было тогда сделать для того, чтобы получить силу или получить действие Божие? Прикоснуться, контакт. Сегодня от нас требуется духовный контакт, видеть, что сделал Господь, и считать себя таким, каким Он считает нас. Или идти к этой цели, которую Он считает. Если Он сказал, что прощенный, я прощенный. Исцеленный, считать себя исцеленным. Освобожденный, считать себя освобожденным. Сегодня тоже в этом мире есть такая эпидемия, которая вот наркотической зависимости, духовной зависимости, интернетной зависимости, игровой зависимости, всевозможные зависимости, и освобождение от них есть. Господь говорит, я даю свободу. Знаю ли я сегодня, на что мне смотреть? Если, конечно, я нуждаюсь в этом освобождении. Могу ли я смотреть на конкретный образ свободы, свободы во Христе? Могу или нет? Господь предлагает. И от каждой зависимости, от каждого греха есть свое лекарство, есть свой рецепт, которым Господь нас освобождает. Для этого нужен контакт, нужно духовное зрение, нужно иметь этот ясный образ, на что я смотрю, который меня и освободит. Но при всем этом, что духовная сила не истощилась, и Господь сегодня готов нас спасать, есть такие, которые не доверяют Богу. То есть они видят, но «а вдруг не для меня?» А вдруг не сработает? То есть они поддаются чувствам, они поддаются влиянию плоти, они поддаются давлению греха, который навязывает им отрицательные мысли. Не получится, не пробуй, не пойдешь, у тебя не случится то, что было, это было тогда, сегодня не работает. Все это от кого мысли? Конечно, не от Бога. Это мысли плоти, это мысли от сатаны. И мы читаем о Христе, что Он не совершил многих чудес, по одной простой причине – по неверию. То есть Христос был там. Источник силы, источник исцеления, источник помощи был там, рядом. Но люди не смотрели на Него, как на способного совершить чудо. Ну да, мы тебя знаем. Вырос с нами, мы тебя помним. Может быть, там игрались вместе, или жили, видели друг друга, видели, как ты рос. Они знали Христа, но не воспринимали Его всерьез. Не смотрели на Него, как на источник, который... У всех телефоны есть, которые беспроводные, и они работают достаточно стабильно. То есть им не нужен провод. У них контакт есть дистанционный, беспроводной. Вот такой контакт существует и в духовном мире, когда душа смотрит на определенный предмет, на четко выраженную истину, которую совершил Христос, сделал. И когда человек смотрит, когда человек считает себя таким, тогда это работает. Взять даже, уже говорим о телефоне, да, способность очень большая, может звонить, но вы не можете набрать просто любой номер телефона. Так, знаете, вот набор цифр не сработает, нужен определенный номер, хотите позвонить другу, вы знаете, какой нужен номер набрать. Позвонить жене, мужу, сыну, брату, сестре и так далее, вы набираете конкретный номер. Точно так и Слово Божье. Хотите, чтобы Слово Божье для вас заработало, нужно установить конкретный контакт с этим словом, идти к этому слову, приближаться до тех пор, пока вы не испытаете, не ощутите действие этого слова. Во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 18 стихом, апостол Павел раскладывает практическую сторону духовного смотрения или духовного зрения. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Конечно, здесь речь идет интересная очень. Да? В зеркале, как правило, мы видим свой образ. Но апостол Павел берет вот эту концепцию в зеркало. Но только когда мы смотрим в зеркале, видим не себя, не старого человека, не естественно, то есть не душевного человека с душевными способностями, возможностями, функциями, он видит, человек смотрит в зеркало и видит кого? Видит славу Божью.
И вот когда мы смотрим, опять-таки слово «взирая», да, то есть постоянный продолжительный момент сфокусированного зрения, «взираю на славу». Для того, чтобы мне преобразиться, то есть измениться, или же приблизиться к Божьей славе, стать более христоподобным, что мне нужно сделать? Что мне нужно делать? Мне нужно смотреть на славу Господню. Что значит смотреть на славу Господню? Во-первых, мне нужно смотреть на Его силу, на Его власть, на Его желание, на Его волю, на Его действие, на Его провидение, на Его мудрость. Вот на это нужно смотреть, что Господь уже совершил. Христос, ходя и живя по земле, очень часто говорил: «Я делаю то, что говорит мне Отец». И вот то, что Он мне показывает, вот это я совершаю. То есть Он видел Отца творящим. Что сегодня я вижу? На что сегодня я смотрю? Да, конечно, нас окружает очень много негативизма, много отрицания. И можно жаловаться все время. Плохие родственники, плохие друзья, плохая жена, плохой муж, дети, экономика, страна, погода. Все плохое. Вы знаете, мир лежит во зле. Вот там хорошего вы не найдете. Но когда мы смотрим на Христа, взирая на Христа, взирая на славу Его, вот там мы можем увидеть самое чистое, самое правильное. И это то, чем мы должны заниматься. Не по сторонам смотреть, а сфокусировать свой взгляд на Христа. Что Он сделал, что Он делает, что Он хочет и что я должен делать. Вот этим мы должны заниматься, пока мы живем еще здесь на земле. Почему? Потому что это наша прямая обязанность. Мы являемся детьми Божьими, мы являемся, Господь нас считает органами или частью тела Христа. Мы члены Его, руки, ноги и так далее. И через вот эти части тела Христос ожидает проявляться. А как Он будет проявляться? Когда мы начинаем верить, когда мы начинаем смотреть, когда мы не просто думаем, не просто где-то мечтаем или кратковременно представляем, вот в собрании посидел, проповедник хорошо сказал проповедь, и человек в таком, знаете, в таком вдохновении был, и вот в таком приподнятом настроении был, ну, проповедь закончилась. И настроение как бы пришло в свое состояние. Господь хочет, чтобы мы смотрели. Постоянно смотрели во время проповеди, после собрания, понедельник, вторник, день, ночь. Вот когда у нас мы находимся в трезвом состоянии, то есть вот в таком, знаете, умственно чистом состоянии, вот тогда нужно смотреть на славу Господню. Слава Господня проявляется в чем? В победе над грехом, в победе над сатаной, а это очень много дает. Если Христос победил сатану, значит, победил его проявление. Если человек сегодня страдает каким-то, ну, скажем, второстепенной зависимостью, да, первостепенной — это когда уже человек полностью одержим, когда уже у него, знаете, это уже полная зависимость. Второстепенная — это когда он страдает от каких-то проявлений греха, то есть у него есть проявление плоти, проявление еще чего-то, это своеобразная зависимость. Человек говорит: я хочу выбраться, но не могу. Значит, что ему нужно сделать? Конечно, сам он не может. И, конечно, Господь говорит: я даю вам победу. Смотрите на мою смерть. Как люди спасались от змеев, им нужно было смотреть на мертвого змея, на медного змея, на бездействующего, парализованного, неспособного ужалить. Когда вы будете так смотреть на Христа, что грех ваш парализован, грех ваш в бездействии, вы свободны от него. Почему? Христос умер. Вот конкретный образ, конкретная истина, и будет конкретное действие. И таким образом мы можем смотреть на все, что предлагает нам Христос, и будем получать конкретный результат. Вера общая нужна. Верим, что Бог есть. Верим, что Христос умер на кресте. Ну, наряду с этим нужна и конкретная вера. Точно так, как телефон звонит по конкретному номеру. Для того, чтобы нам получить ответ на нашу веру, нам нужно видеть конкретную волю, конкретное зрение, конкретный контакт и конкретное движение. Конкретное движение. Взирать на славу Господню. Нуждаетесь сегодня, какая-то у вас проблема физическая, духовная, материальная, умственная, еще какая-то? Найдите слово, которое решает этот вопрос, которое обещает. Господь дает обетование, Господь дает благословение. Найдите это слово, и оно будет у вас работать. Наша передача подошла к концу. Наше желание, чтобы вы сегодня смотрели на славу Божью, чтобы вы сегодня смотрели, применяя свою веру, зафиксировали свой духовный взгляд на силу Иисуса Христа, на Его действие, на Его власть и на Его способность.
Служение нашей церкви происходит по адресу 1511 Delaware Avenue в городе Вест-Сакраменто по воскресеньям в час дня. Во вторник в 7 часов вечера у нас изучение Библии. Всех приглашаем. Приходите на наше служение. Также приглашаем вас по четвергам на 2100 J Street. Это у нас там английское служение идет, английское изучение. Изучение Bible Study на английском языке. Изучение Слова Божьего на английском языке. Кто говорит по-английски, говорит плохо по-русски, приглашаем. Приходите. С удовольствием будем вам с вами общаться. И звоните после эфира по телефону 916-601-1244. 916-601-1244. С Богом! С вами был Роман Пальников. Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Имплантация зубов – это актуальное и востребованное направление в современной стоматологии и протезировании. Доктор Александр Антипов, специалист в области челюстно-лицевой хирургии, предлагает высококвалифицированные услуги в имплантации зубов любой сложности.